ваши впечатления от PLUS-форума в двух словах. Впечатления очень позитивные. В первую очередь хочу сказать, что проведение таких форумов, оно очень полезно как и для финтех и банков, так и для розничного бизнеса в целом, потому что на форуме очень часто освещаются именно есть возможность слышать проблемы с двух сторон. Идет, все происходит в таком диалоге живого общения, друг друга слышат, и, как показывает практика, очень в дальнейшем много интересных предложенных и тем, которые обсуждались на форуме, дальше внедряется уже как бизнес-практики. В заключение я хотел бы вас попросить прямо вот в камеру, чтобы вы охарактеризовали нынешний форум одним словом. Великолепно, прекрасно, полезно.